Следующая задача у нас стоит реализация слайдера. Хранить мы данные будем в инфоблоке, а выводить... Какой же нам компонент для этого подойдет? Или нужно будет писать свой? Посмотрим список компонентов. Компоненты, которые работают с информационными блоками, размещаются в разных подпунктах. Подумаем, а что у нас себя представляет слайдер на главной? Это, по сути, лента, выводящая друг за другом элементы из инфоблока, оформленная определенным образом, определенной версткой. Соответственно, нам нужен компонент, который выводит список чего-либо из инфоблоков. Для этого наиболее близко нам подходят список новостей и элементы раздела. Но элементы раздела более заточены на работу с торговым каталогом, немного сложнее, чем список новостей, поэтому становим свой выбор именно на список новостей. Да, вы можете сказать, что есть еще компонент лента. Это еще более простой компонент, нежели список новостей. И для наших целей он подходит хуже, хотя и этот компонент возможно использовать для данной задачи. Первым делом, при реализации слайдера нужно создать структуру данных. Создаем тип инфоблока. Создаем инфоблок. Указываем символьный код, название. Настраиваем стандартные поля, которые мы будем использовать. А будем использовать название для заголовка, картинка для анонса для изображения. Сделаем изображение обязательным, установим, что система автоматически уменьшала картинку до 1399 пикселей на 467 пикселей. И описание для анонса будет описанием слайда. Запретим использование HTML. Остальные поля нас не интересуют. Нам нужно еще одно поле типа строка, куда мы будем помещать ссылку. Обязательно указываем в доступе для всех посетителей доступ чтения. В противном случае вы, как администратор, вывод слайдера будете видеть, а анонимные пользователи – нет. По умолчанию доступ созданного инфоблока закрыт в целях безопасности. И заменяем подписи. То есть вместо «Добавить элемент» у нас будет кнопка «Добавить слайд». Переходим в инфоблок. Настраиваем форму добавления редактирования. Удаляем все вкладки, у нас будет одна. С этой вкладки тоже удаляем неиспользуемые поля. Переносим поля, используемые нами, но которые были удалены, на других вкладках. Переименовываем эти поля. Перед сохранением не забываем установить галочку «Установить данные настройки по умолчанию для всех посетителей». Мы это можем сделать, так и являемся администратором сайта. Это будет настройка по умолчанию. А контент-редактор при необходимости для своего пользователя в дальнейшем сможет настроить поля так, как ему будет удобно. Сохранили. Теперь у нас лаконичная форма без лишних полей. Наполним инфоблок данными, которые у нас есть в верстке. А как можете обратить внимание, то перед сохранением картинки у нас есть возможность ее отредактировать. Как мы уже выбрали, используем компонент «Список новостей». Производим настройку этого компонента. Как видим, параметров для настройки здесь множество. Выбираем тип инфоблока и затем сам инфоблок. Указываем количество элементов для вывода. Указываем поле для первичной сортировки и направления сортировки. И для вторичной сортировки аналогично. Указываем поля, которые нам необходимы. Из отдельного списка стандартных полей и отдельного списка пользовательских свойств. Начало и окончание активности нас не интересуют. Снимаем все галочки, которые устанавливают заголовок страницы, добавляют элемент в хлебной крошке и так далее, так как на главной странице будет множество компонентов и данный компонент никак не должен влиять на ее отображение. Постраничная навигация у нас также не используется. Применили параметры, копируем шаблон компонента. Открываем шаблон на редактирование.
шаблон у нас приходит массив параметров. В ячейке с ключом items лежат элементы, которые мы в цикле перебираем. Добавляем проверку на то, что у нас хотя бы один элемент в массиве имеется. В противном случае мы не выводим вообще оформление слайдера. Вставляем верстку, которая у нас должна быть перед списком. И ту часть, которая идет после списка. Теперь берем верстку одного элемента и применим к списку. Мы за образец используем вызовы, которые тут уже в стандартной верстке имеются. Обратим внимание, что первый элемент у нас имеет класс Active. Поэтому в цикл добавляем получение ключей. И этот класс верстки показываем, когда у нас вводится первый элемент. Копируем нашу верстку вывод названия, анонсного описания. Ссылку на изображение. Удаляем лишнее и все сохраняем. Как видим, слайдер работает, а его немного некорректное отображение связано с тем, что он размещается не в той части страницы. Копируем вывод компонента и помещаем в шаблон сайта. Вот теперь все вводится как нужно, точно так как в верстке. Но у нас еще не реализована ссылка подробнее. Ссылка размещается в пользовательском свойстве. Чтобы понять, как получить эту ссылку, выйдем дамп массива каждого слайда. Смотрим вводимый массив. Находим элемент массива, описывающий это свойство. Реализуем функционал. Так как ссылка не обязательное поле, то добавляем проверку. Проверяем еще раз работу слайдера.